mother, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photo. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Мин. В сегодняшнем видео я вам покажу, как настроить Counter-Strike Global Offensive. Для этого мы переходим в последнюю вкладку настройки. И начинаем с настройки видео. Заходим сюда. Яркость. Яркость выставляем на ваше усмотрение. Мне где-то 1.6 будет норм. Режим отображения, монитор, размер интерфейса, это 1.085. Формат экрана, зависит от вашего экрана, у него 4:3, расширение экрана. Я играю на максимальном расширении экрана, вообще я советую играть на расширении экрана 800x600. Так как FPS чуток будет у вас больше. Вот. Так как, смотря что вам важнее, качество или FPS, то есть стабильная игра. На данный момент мне устраивает разрешение, то есть FPS мне не проседает, хотя мне пишет 40. Это не так. Режим отображения на весь экран. Далее. Нажимаем вкладку дополнительно, так как у меня тут NetGraph, может, не видно, вот дополнительное. Далее. Дополнительные тут различные настройки именно по качествам теней, эффектам, шедевров и так далее. Нам нужна именно FPS, стабильная игра, значит, мы ставим все на низко. Возможно, детализацию эффектов лучше тоже поставить на низко, и шедевры высокая, можно средняя. Далее, многоядерная обработка, обязательно нужно включить режим сглаживания множественных выборок. Выключаем режим фильтрации. Билинейное сглаживание с помощью FXA, точно не помню. Она у меня включена, пусть будет лучше включена. Далее, применяем. В принципе, на этом настройка на видео закончена. Клавиатура и мышь. Инверсию мыши мы выключаем. И выключаем, конечно же, ускорение. Чувствительность мышки вы уже подбираете каждый сам под себя. Для меня это где-то 2 с чем-то. Возьмем 2. Я напишу проще, чтобы было. О, давайте. Чуток не так вот. После этого по стандарту вы уже можете, так сказать, поставить свои бинты, кому как удобно. Так, все. На этом пока настройка самой игры завершена. Сейчас мы будем переходить к настройке в Steam и именно в операционной системе. Итак, дорогие друзья, продолжаем настройку игры Counter-Strike Global Offensive. Заходим в библиотеку игры, нажимаем по Counter-Strike Global Offensive правой кнопкой мыши «Свойства», «Установить параметры запуска». Лично для меня такие параметры запуска «Hack» и «No Vid». Первое – это запускает игру с высоким приоритетом, если не ошибаюсь. «No Vid», по-моему, пропускаем начальные кадры от Valve. Вы тут можете там что угодно прописывать, параметры запуска. В принципе, я оставлю в описании на форум, где их можно прочитать. Вы можете дописать сюда все что угодно, погуглить, так сказать, и написать свое. Нажимаем закрыть. В принципе, на этом можно сказать
Counter-Strike Global Offensive настроена. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока.